Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами едим сладости. На этом столе мои любимые сладости. Я обожаю Рафаэлло. Я с детства его очень люблю. Как-то давным-давно я его попробовала. Даже помню первый раз, когда я его попробовала. Мы были на море. И после этого, ну это, блин, мои любимые конфеты. Ничего не могу поделать. Взяла Ferrero Rocher, ну просто что было. Вот это я давно хотела попробовать. Ну и Nutella, потому что все это делается на одном заводе. Плюс еще они делают киндер. Вот. Давайте попробуем. Знаете, как хочу сделать? Я хочу все развернуть и выложить на тарелочку, чтобы было удобно есть. Да? Давайте так и сделаем сейчас. Я уже приготовила тарелочку. Так, главное это все сделать. Вы видите, да? У меня кошка, вот у кого кошки, наверное, знают, куда бегает кошка, она, наверное, хочет в туалет. Да. Все высыплю, ребят. Конфет много, предупреждаю, купила две пачки специально. Чтобы, знаете, не мелочиться. Не люблю мелочиться. Ставьте лайк, если также любите Ferrero. Подпишите Рафаэлло, как я. Рафаэлло я обожаю. Слушаем шелест. Слушайте, что-то стало орать. Давайте сегодня тихо это же видео будет. Знаете, когда конфеты, когда шелест. Ребят, открываем Ferrero. Ребят, ну что, я все приготовила. У нас сегодня с вами очень много Рафаэлло. Давайте попробуем. Я очень хочу. Посмотрите на это. Я даже не знаю, о чем говорить в такой мукбанг. О чем я хотела поговорить? Еще поговорим, ребят, успеем. Пьем чай. Это обалденно. Я обожаю. Знаете, такой вкус? У этого крема супер нежный. Знаете, в моем детстве был шампунь, назывался «Малыш». Он был с погремушкой. И вот у него был запах очень вкусный.
И вот этот запах малыша, этого шампуня, это реально вкус Рафаэла. Вы не поверите. Я реально пыталась пить тот шампунь. Но он был горький. Ладно, что-то мы накинулись на Рафаэла, да, мягко говоря. Вы знаете, я очень люблю сладкое. Я сладкоежка. Да, я сладкоежка. Ферреро Роше. Поэтому мне простительно, что я так накидываюсь. Для меня Ферреро, ну, слишком шоколадное. Давайте еще один. Там внутри как будто бы нутелла. Открываем. В своем телеграме я устроила голосование, кстати, на тему этого мукбанга. Типа, что будем есть. Все проголосовали за сладости. В прошлом видео мы ели Милку. В этом видео Нутелла. И я вам так скажу, что Нутелла вкуснее Милки. Есть даже такой фильм про Нутеллу. Помните? Там еще актриса такая играет рыженькая. В этом фильме она работает, ну, в Нутелле. И они что-то химичат с процентом какао. Помните, нет? Топ. Давайте откроем вот этот. Этим красавчиком. Боже. Ребят, когда такие видео, даже не знаю, что сказать, потому что это... Боишься спугнуть эту красоту. Открывается. Ребят, это вообще не открывается. Ура. О. Я посмотрела уже, что по видео, что там внутри, и внутри там пусто. Такой шарик стоит 650 рублей. Просто шоколад. Ну вот так. Знаете, это просто шоколад и похож как шоколад вдохновения.
Короче, я бы рекомендовала вам именно остановиться на Рафаэла. Ребят, одно из следующих видео обязательно будет про мое обучение на Яндексе, но вы знаете что? Я, ну как бы, как вам сказать? Короче, мне еще диплом писать надо. Вот, поэтому я напишу диплом. И запишу это видео. Думаю, что в конце февраля. Ну, короче, через месяц, как закончу. У меня, конечно, такая немного паника, потому что когда ты учишься, вроде ты чем-то занят. И вопросов к себе нет. Ну и как-то ты же учишься. А сейчас я понимаю, что нужно будет искать работу, но в новой сфере искать работу очень сложно. Если ты думаешь менять профессию, ну реально это сложно. Потому что много нового. Все-таки у меня вообще там уровень джуниор. А кому джуниору нужны особости? Особенно сейчас. Меня это пугает чуть-чуть. Но не отчаиваюсь. Я думаю, будем так действовать. Я буду делать портфолио, и уже с готовым портфолио буду писать в разные компании, вот, может быть, какой-то фриланс, я не знаю, потому что все-таки, когда, типа, ты прям нулевый идешь, только с курсами и только с теми задачами, которые ты там выполнял, мне кажется, этого маловато. Нужно подсобрать портфолио и... Ну, короче, ребят, знаете, в чем вывод? Что никто при нас нигде не ждет, а все вот это типа вот, там зарплата 100 тысяч, это все по большей части маркетинговые уловки. Серьезно прошу вас и умоляю подписаться на все мои соцсети, которые указаны под видео. Вот. И задавайте свои вопросы под этим видео, обязательно на них отвечу в одном из следующих видео. Я подготовила себе вторую кружку чая. Ребят, тем временем я наелась. Мы с вами съели, я не знаю, штук, наверное, 20 Рафаэла. Фух, это сильно. Столько я Рафаэла в своей жизни не ела никогда. Это было вкусно. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на Дзен. И скоро увидимся. Не скучайте. Всем пока.